Школу в микрорайоне Снежный планируют сдать в эксплуатацию в апреле следующего года. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и зампред правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко посетили стройку в рамках рабочей поездки в Магадан. Мэр областного центра Колымы Юрий Гришан отчитался за ход работы на объекте. По словам градоначальника, все идет по графику. На самом деле строительство школы идет нормально по тому графику, который у нас был. Но в связи с тем, что было принято такое революционное, радикальное решение во время визита Михаила Владимировича Мишустина об ускорении строительства школы и выделении денежных средств дополнительно сумму 253 миллиона рублей, то сейчас мы на повышенном контроле держим график работ. До конца года муниципалитет отчитается о расходовании выделенных средств. По словам Юрия Гришина, останется реализовать 14 миллионов рублей на благоустройство. До 15 февраля 2021 года здание поставят на кадастровый учет, а уже с сентября дети смогут начать учебу.